этим жалким людишкам вновь удалось овладеть моим золотом. Чем меньше его у меня, тем меньше мои силы. Но их все же хватит, чтобы отомстить. Я уверен, в следующий раз им так не повезет. Она видна из этого окна и валит с ног у крепкого вина. Ответь мне, дева, кто она? Каждый день мы ходим по лезвию ножа. Никогда не можешь знать, что ожидает тебя за следующим поворотом. Смерть ходит за нами по пятам. Ничтожными ценностями, которые сами придумали. Вновь они привели себе подобных за моими сокровищами. В этот раз им будет намного сложнее. Я гарантирую. Понурые, они покидают мой форт. И это придает мне сил даже больше, чем мое золото. Но я слишком хорошо знаю людей. Они вернутся и попытаются еще раз, потом еще раз. Я буду ждать.